Продолжаем. В новогодние праздники все службы, отвечающие за бесперебойную подачу электричества, будут работать в режиме повышенной готовности. В областном правительстве сегодня прошло заседание штаба по безопасности энергоснабжения. Основные коррективы в работу внесет погода. Мороз, который, как ожидается, ударит уже в конце этой недели, может повлечь за собой обледенение электросетей. Подобная ситуация возникла в прошлую новогоднюю ночь в нескольких населенных пунктах области. Да, вот этот дождь и обледенение, это очень сложно. Ну и к этому мы с вами научились, как с этим бороться. И особо подчеркиваем то, что говорил министр по, значит, оборудованию электроподстанций, значит, передвижных и прочее, чтобы мы с вами там пожаром не занимались, а прекрасно понимали, вот они стоят готовые, вот их взяли, с аккумулятором они лебезят, нет, и кто их обслуживает. Потому что, ну, всякое может быть. И к этому мы должны с вами быть готовы. Коллеги, проведите перед праздниками проверку источников и определитесь с дежурством, где вы будете искать на запуск этого источника. Не все они автоматические, давайте уж честно скажем. Некоторые нужно запускать в ручном режиме. Это очень важно.